Привет, ребятулики. Пишет один подписчик, второй. Меньше слов, больше показывайте товар. Ребята, вот мне так удобно, вот так я хочу снимать, вот так я это вижу. Дело в том, что в чем отличие независимого человека от человека, который пытается под кого-то подстроиться. Я всю жизнь шел к независимости, и я ее добился. Я завишу только, ну, от каких-то факторов, от Господа Бога, но явно не от ваших желаний. Я давно это уже, скажем так, я не боюсь сказать «нет». Я не боюсь сказать «я не хочу». Вот, и поэтому под кого-то подстраивается, говорит: ой, да, сейчас я буду вам всю барахолку снимать, показывать товары. Ребята, вам не нравится — переключили, дальше смотрите. Я ж никому не навязываюсь, никого не заставляю, никому. Те, кто хочет, те смотрят, покупают, присылают товар, беседуют. А все, кто хотят, чтобы им прислуживали, но это явно не ко мне. Это касаемо всего. То же самое у меня было в музыке, когда мне говорили: ты что, это не надо петь, пой вот это, пой только вот так. Ребята, вот в том-то и дело, что вот это freedom — это тема, которую нужно выработать в себе. И ни под кого никогда не ложиться, никак не делать так, чтобы кому-то было уютно. Пусть будет уютно вам. Ты снимаешь контент, снимаешь в том стиле, который нравится тебе. Сегодня одна продажа. Сегодня заканчиваются торги по редкой иконе. Кстати, может, сегодня ее покажу. Очень крутая икона, очень. Даже не знаю, как передать словами, очень классно. Вот. Ну, как-то так. Сейчас еду на барахолку. Саня занят. Спрашивали по золотой медали. Золотая медаль у Киры, она в продаже. Пишите, я вам все покажу. Вес 15 и 30, по-моему, 4. Золотая медаль, диаметр 32. Также есть золотое перо 585 пробы. Пишите. Все, мои дорогие, сейчас буду двигаться, потом покажу. Но я сегодня так, чисто легкая, чтобы дома не сидеть, прогуляться. Ребята, одними часами окупил все свои покупки. Часы Сейка с автоподзаводом. Выхватил их за 250 гривен. Такие часы минимум 600. В очень крутом состоянии. Видите? Обалдеть. Просто обалдеть. Я не знаю, это позолота или нет. Может и нет. Но они именно о класс. Просто класс. Я такой довольный. Подсвечник шикарен. Просто. Коробка, скорее всего, для часов в люксе вообще за 50 гривен. Италия. Сейчас покажу. Опа. Так, скорее всего, для часов. Крутая. Рикки. Может быть. Не, очки, наверное, коротковатые. И портсигарчик кожаный. Кожаный, более современный, но все равно Мустанг. Вот такой. Ну, и вот я вам говорю, что часы все окупают, еще и заработок. То есть, итого я потратил 500 гривен. Плюс 100 на часах, и все предметы остаются у меня. Сегодня на короткой ноге. Вот, смотрите, какая красота. Это кожа.
Ёсть моё. Жарко. Давление такое в голове. Вообще капец. Дорогому папе и дедушке в день 65-летия. Вот такой. Ну, все равно тут плюс 150 по-любому. Меньше он не будет стоить. Хороший подсягар. Друзья, не забывайте, у нас есть группа в Телеграме, Фейсбук, Инстаграм. Ссылки на Виолетте везде в описаниях. Фух. Очень жарко, очень душно. Ну и тем не менее, вот вам 500 гривен. Превратил еще минимум в 500. Минимум. Такая коробка, я думаю, что 250 гривен по-любому стоит. А то и больше. Ну, больше нет, но она в люксе, именно в люксе. Полтинник. Класс. Все, мои хорошие. Папа.